Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, ребят, два дня я не был в игре. И я боюсь, наверное, мы можем не успеть, потому что сегодня уже суббота. А я нахожусь на Лиге Сёгунов, одна звезда. Да. 2300 баксов у нас, то есть мало шансов того, что я смогу даже купить откаты и на них как-то выкрутиться. Но смотри, сегодня суббота, да? Дай бог, мы сегодня доберемся до Лиги Мастеров одна звезда. Это в лучшем случае. Еще, кстати, неизвестно, сможем ли мы добраться. И в воскресенье остается, да? В воскресенье мы, например, добираемся до Лиги Мастеров 2 звезды. Но, в принципе, ребята, через откаты, покупая их, тратя все наши доллары, которые у нас остались, мы, наверное, можем добраться до туда. Но это опять же траты. А эти доллары, сам понимаешь, копятся очень долго. Не так все быстро, как хотелось бы. Ну, в принципе, ребят, можно постараться, но для этого мне нужно не лениться. Да даже не то, что не лениться. Элементарно, чтобы было время свободное. Сейчас его, ну, катастрофически не хватает, если честно. Вот, и... Как видишь, некоторые просадки в играх есть. Что на этом канале, что на втором канале. Вот, тем более скоро отпуск заканчивается, блин. Какая-то, я не знаю, ребята, попутал день с ночью. Как говорится, днем дрыхну, ночью сижу. А особо ночью как-то не посидишь. Не такое, знаешь, желание полежать, посмотреть какой-нибудь сериальчик. Просто отдохнуть. И какая-то уже, знаешь, хроническая усталость. Вроде бы сказать, что... Не высыпаюсь, не могу сказать. Ну и чтобы сказать, что я очень хорошо сплю, тоже не могу. Какая-то такая вот ситуевная. Выбился из режима, все сбилось, ребят, соответственно, сами понимаете, какое там питание может быть, когда на ночь там нажрешься, а днем потом спишь. В общем, все через одно место у нас, как обычно. Надо как-то в режим входить. Уже. Ну вот как входите, если вот опять сегодня, ребят, встал вот в 4, в 5 часу дня. Ну как вот? Даже если я захочу лечь ночью спать, у меня не получится. Бесит аж все это. Вот. С этим ремонтом тоже думал в отпуске хоть немножко ремонтом займусь. Нифига не получается, ребят. Ладно, давай сейчас будем об игре. Так, ну что у нас получается? Да, в принципе, все очень даже хорошо получается. Сейчас, если мы выйдем на Лигу Сёгунов 2 звездочки, 3 звездочки, то полдела, ребята, будет уже сделано у нас в кармане. Почему? Ну, потому что там уже, как говорится, Лига Мастеров, а уже когда к Лиге Мастеров подбираешься, уже немножечко как-то полегче дышится. Ты уже знаешь, что вот оно скоро рядом, что все будет хорошо, но нам нужно еще добраться. У нас получается по 10 ступенек мы пока продвигаемся. 10, 11, 12, где-то так. Это среднее число. Так уж, голова, куда ты лезешь? Я не собирался тебя брать. Раз, два, три, четыре. Берем, как обычно, да, нашу стратегическую колоду. Одного старшего и 4 маленьких персонажа. Но здесь я... Да нет, в принципе, нормально. Так, ну что ты? Во, блокируем лечение, ребят. Есть. Хе-хе, лопушки. Так, а самое обидное, что, друзья мои, вот эту серию я снимаю, а у меня еще, которая до этого снята серия, она не выложена. То есть, получается, накладывается у нас вот такое, во-первых, с отставанием в 3-4 дня. Так еще... Ну, как бы вот так вот. Не успел те видосики выложить еще. Уже вот эти вот готовятся. И потом они все в скопе полетят. Сегодня еще хотел Marvel поиграть. Strike Force. Там, ребята, очень сегодня будет много. Ну, наверное, не сегодня. Не знаю, может быть, завтра уже. Будет очень много вербоваться персонажей. Так что можете глянуть. Я сам не ожидал, сколько я их там буду вербовать. Наверное, штук 5 точно. Так, ну что, приближаемся к Сёгунам 3 звезды. Вот только единственное, что 15-20 они мне все дают. Во.
Ну, здесь Кужеголовый, я думаю, и справится. Даже очень хорошо справится. Почесали. Так, ну что, Кужеголовый, готов? Кубарем катиться. Давай, родной, покажи им. А фиг ли им показывать, они 56 уровня. Они как детишки для него. Так, теперь у нас 32-е. Получается, это где-то у нас, грубо говоря, 3 поединка еще должно быть. 3. Раз, два, три, четыре. Окей, погнали. Есть контакт, добивай. Ну, Мондагека, ё-моё, ну что ты. Вон, учись у Микеланджело. А то на скейте подлетел, должен был звездануть, по идее, этим скейтом по полной программе, но нет. Так, 18 место. 18 место, давай возьмем Макмана. Подожди, 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 подожди. Макман, Микеланджело, у нас же уже 60 уровни пошли. Давай возьмем Донни. Я вообще Донни прокачаю когда-нибудь на 90 уровень или нет? Он у нас так и завис, ребят. Не хватает мутагена элементарно. И вот он у нас завис на 89 уровне. Мы в основном с тобой кого прокачиваем правильно? Алапекс. Алапекс у нас, по-моему, 62 уровень уже. А этот на 89-м. Она его скоро догонит, ё-моё. Ну что, все, прекрасно. Продвигаемся дальше. Какое у нас на место? 5-е место. Не, давай мне 16-21. Что ты опять выпендриваешься, не пойму. Так, беру маузеров. Раз, два, три, четыре. Ну, поехали. Отлично. Превосходно. Ну что, Лига Сёгунов 3 звезды у нас и 91 место. Сейчас посмотрим, как у нас получится ли сегодня добраться. Ну хотя бы не то, что добраться, а приблизиться к Лиге Сёгунам. Если приблизимся, ну где-то я имею в виду будет 40 или 30 место, это уже будет хорошо. Но опять же, ребята, один день для того, чтобы подняться, поднять 3 лиги. То есть 1, 2 и 3 звезды. Ну хорошо, можно не доходить до топчика, да, до последнего места. Но хотя бы вообще попасть туда, в эту лигу, на Лигу мастеров 3 звездочки. Чтобы нам получить, естественно, ребята, самоцвет уже говорю, кристаллы. Платиновые. Только из-за этого нам надо вот с тобой сегодня как-то тут побольше все это прихватить. Нет, ну конечно можно, как обычно, ночью посидеть и поиграть. Но тогда опять же в воскресенье будет у нас вечерняя серия. То есть, не знаю. Что хочешь, то и делай. Так, подожди, давай этого лупанем. Ну куда ты лезешь, парень? На тебе апперкотом. Ты-дыч. Еще такой апперкот мощный. Я представляю, если он бьет не кулаком, а саей. Наверное, зверская. Так, 66-я позиция. Ну, давай возьмем вот эту команду. Так, мне кажется, здесь супер шредера одного хватит. Я надеюсь, потому что уровень персонажа 62-й. Шредер должен кого-то уронить сразу, а на кого-то, возможно, даже положит постепенный урон. Как, например, на спринтера, да? А ну-ка, Лапекс. Давай, не подведи. Отлично. Для добивки самое то. Причем под массовую атаку. Вообще круто. Ну что, 50-е место будет, нет, сегодня? Нет, 54-е. Так, 16-22 уже дают. Возьму Слэша. Так, и, наверное, Джастина не хочу. Блин, я его... А выбора нет.
А, тут все, ребят, уже 70-й уровень. У них 64-й, у нас 70-й. Так что уже можно, в принципе, не волноваться по этому поводу. И Путинка, наверное, добьет, кроме Слэша. Ага. Леонардо тоже там не упал. Окей. Ну-ка. 45-е? 39-е. Ну давай 16-22, я же уже видел, вот, вот оно. 16-22. Так, берем Ванюшу. Не, Ваньки одного будет мало. Ванька и Усаги будет самое то. Ну, первым ходит, конечно же, Усаги у нас. У него инициатива круче, поэтому его, как говорится, ход. Угу, дальше. Дальше Кунаи. Ну и давай с гранатомета. Все. Элементарно и просто, ребят. Так, 39 место было. Сейчас должно быть где-то 28, да? Точно. Так. Ну давай мне это, вот, 16-22. Берем кунаичи. Раз, два, три, четыре. Ну у нас... наверное, вот так вот сделаем. Пускай лучше Змея Карай посидит. Пускай она хоть и уровнем побольше, 71-м, но у Шархана дебаф получше будет, если он, конечно, понадобится. Блин, круто она бьет, конечно. Очень, ребята, круто бьет. До 7-й ступени, если ей прокачать этот шок. Мы же не прокачали, по-моему, да? У нее. Но, в принципе, ребята, если вечером вдруг я созрею, я должен получить Лигу Мастеров. Единственное, что по откатам долго ждать, пока, друзья мои, откатятся персонажи. То есть, если посмотреть, это, смотри, здесь 10 часов. Вот 10 часов, грубо говоря, да, у меня сейчас почти 5 часов. Но плюс 10, это пипец. 3 часа ночи, блин. Что-то такой расклад меня вообще не устраивает. Так, ладно, давай попробуем теперь пройти. Да не попробуем. А, у нас же... Фу. У нас же сейчас Крэнк будет получать звездюлей. О, да. Я специально взял своего Крэнга. Крэнк на Крэнга, как говорится. Единственное, что у меня вот что-то массовых атак нету никаких. Нет, есть одна, но я пока ее приберегу. Так, упал. Они поставили на себя защиту, думают, что я их буду магией бобить, ага. Ну что, давай, выползай, Крэнк. Мы, как говорится, уже идем к тебе. Да. Я сколько раз смотрю, я столько раз и смеюсь, блин. Как он потирает ручки, такой деловой. Ну, Крэнк я имею в виду. На тебе. Да, что-то ты как-то... Армагон, что-то как-то слабо ты... Ударил ты по нему. А ну-ка. Вот. Вот кожеголовый ударил хорошо. Ну все, 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 иди отсюда. Вылазит он там. Из последних типа сил, да? Типа из последних сил. Ну что, ребята, прошли. Единственное, что нам мало что здесь пригодится. В основном нам нужны вот эти вот. Не даже не карточки, а вот, ребята, то, что идет сверху. Вот мутаген, доллары и элементы. Это в данный момент для меня сейчас в приоритете. Так, слушай, ну мутагена нормально так насыпают. Нафиг мне три кольца-то? А по карточкам даже ничего хорошего, ребят, не выпало, если честно. Что-нибудь такого суперского. Вообще ничего. Ничего путнего. Так, зачем мне сюда надо?
Мне надо, знаете что? Мне надо вот сюда зайти, ребят. Да-да-да-да-да. Черепашья буря. Именно она. Так, потому что тут 60 баксов. А 60 баксов у нас, как ты знаешь, на дороге не валяется. Поэтому их нужно зарабатывать. Ну что, бомбочку, да? Давай бомбочку бросим. Так-с. А если лучом, например? Ну, Рафаэль падает. Это понятное дело. Так, переходим с вами на вторую волну. Здесь у нас черепашки фильм. Ну-ка, если ракетами. Только один упал. Но мы им блокируем сразу, ребята, способность кастовать что-нибудь на себя. Бафаться. Да, давай сделаем так, фиг с ним. Блин, Донни выжил. На тебе, булавушка, и по башке. И последняя, четвертая волна. Классические черепашки, да? Ну вот смотри, как всегда, кто-нибудь довыживает. Не знаю, почему так делается в игре. Все падают, кроме одного. Так, ну что, 60 долларов, это, я считаю, неплохо, ребят. Но тут... Тут 15 долларов всего лишь. Ну, пойдем, ребят. 15 долларов это лучше, чем по 5 долларов получать. Тем более, эта волна, ну, скажем так, вообще халява. Я даже... Нет, автобой не будем ставить. На автобой он тут начнет, мне кажется, куролесить. Хотя, мне кажется, даже если он начнет куролесить, мы все равно бы... Рафаэль, успокойся. Мы все равно бы выжили бы здесь. Так, ладно, с первой волной разобрались. Переходим на вторую. Так, здесь 4, да, можно, в принципе, сейчас потратить пока. Вот здесь вот постепенного урона нету. Точнее, он здесь был. Что это я взял, что его нету здесь? Погнали дальше. Так, оригиналы. С оригиналами... Я не помню, просто на четвертой волне кто. По-моему, черепашки фильм или космос. Нет, космос это, по-моему, на последней, да? На последней стадии будут у нас космические черепашки там, потому что будет и волн, если не ошибаюсь, 6. А здесь пока 4. Так, у Леонардо не забываем защита от смерти. Вау-вау-вау-вау, разогнался-то. И у нас сопротивление. А, черепашки видения здесь. Ну, давай волну. Блин, массовой атаки нету. И ракетами добьем. Как думаешь? Ну да, все. Еще усиление блока получает Шредер. А интересно, за что он получает усиление блока, если он не ходил? Странно. Так, ладно, ребята, эпизод третий. И здесь, опять же, 20 баксов. Я сейчас просто сижу и думаю, а зачем я сюда, вот в эту команду взял Зека? Он-то здесь какого перепуга-то делает у меня? Да, здесь 6 волн. Мне вот это совсем не нравится, что мы его взяли. Он не такой уж, как, скажем, суперский персонаж, а особенно в плане живучести, чтобы его сюда брать. Причем у нас здесь нету лечки. Вот так вот. Блин, почему они все в Крэнга-то бьют, а? Бомбят его. А, нет, у нас есть лечка, но она как? Как бы это сказать? Постепенная. То есть Шредер может закастовать ее. И она будет потихоньку-потихоньку нас хилить. Так, третья. Я, наверное, сейчас, ребята, и активирую. Наверное, надо сделать ее, потому что
Сам видишь, уже здоровье там потрепано. Так, мы только заблокировали. Ну что ты, Майки, делаешь? Ну какие танцы могут быть здесь? Вот это меня вот удивляет. Мало того, что он там станцевал, он еще и ход делает. Сразу же. Ускоритель фигов. Я просто берегу наши массовые атаки, которые еще остались. Они, их не так уж и много. У нас осталось только у Кренга, я смотрю. Ну, две атаки. Ракеты плюс это. У Зека, я смотрю, откатились. Так, у Маузера. А мне нужно именно до последнего. Вот здесь, вот, кстати, мне кажется, лучше не шутить. Здесь, наверное, надо все-таки одну массовую атаку потратить. И добивать их потихоньку. Так, я думаю, что этот упадет. Это кто у нас? Это Лео, его не пробить. Давай ракеты сделаем. В плане Лео упал. В плане Лео упал. У него же защита даже... Странно. У него же защита от отложенной смерти. Это как бы на пассивке, по-моему, если не ошибаюсь. Я немножко даже не вдуплил, если честно. Почему он упал-то? Раньше его надо было по два раза бить. А сейчас он взял и шлепнулся. Да падай ты уже, а. Ты посмотри. Так, Донни. Кому? Зэк он кувалду метнул. Ну что, добьешь? Красавчик. Ну и последнее, это космические черепашки. Это 100%. Поехали. Весь могучий арсенал выпускаем. И плюс маузеры. Все. Ну что, ребята, это событие мы прошли. Все, что можно, мы получили здесь. Теперь давай здесь попробуем. Правда, у нас сыра. Сгулькин нос. Поэтому тут даже, наверное, и пофармить-то не получится. Может быть, надо было сразу сюда идти, не трогать испытания. Здесь мы хотя бы элементы получаем. Ну, там доллары, да, я не спорю, ребят, но... Мне кажется, что элементы все-таки важнее. Так, здесь разобрались. Третья волна. Так. Муху надо шлепнуть. Ну, Майки, ну что ты? Не справился, не потянул, да? Чуф-чуф-чуф-чуф, рубанул, еще и постепенно урон повесил. Ну-ка, давай мы с сюрикенами. Этот сразу отдуплился. Ну, добьешь? Ты почему так вот... Как специально делает? Первая атака у него бьет сильно... Вторая атака еле-еле видно, что там что-то отнимается. Ну, это несерьезно, ребят. Снаряжение клан Фуд. Ну что, будем ролить? Давай нам. Все равно. Блин, не то. Жетоны, как всегда. Вот, снаряжение клан Фуд. Но мне, конечно, нужно эксперт снаряжение. Так, пойдем-ка мы с тобой на поиски. Так, Донателло готов, ребят, прокачаться на 90 уровень. Все, шикарно. Так, теперь ищем Алапекс. Вот он, Алапекс у нас. И, блин, 4 куклы Дарума нужно получить нам. Так, одна есть. Вторая есть. Но... Третья и четвертая. Все, ребят, 4 куклы Дарума. Блин, 18 книг. Че так много-то? 18. Так, 2 только нашел.
Три. Четыре. Пять. Сырный телефон выпадает. Да, пять книг только пока. Шесть. А нужно 18. Семь. Так, и последнее. Все, ребят. 8 книг нашли, еще 10 надо. Ну, это, конечно, что-то уж больно жестко. 18 книжек искать, да. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, наверное, будем закругляться и уже завтра пытаться все-таки пробиться в Лигу Мастеров. А потом уже остается еще и на понедельник тогда. Потому что нам за один день, мне кажется, не успеть это все сделать. Ладно, все будет это видно дальше. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.